По данным из открытых источников, в день выборов было задержано более 5000 человек. Массовые протесты – сигнал для власти срочно выставлять мебель. 12 июня в 10 часов 30 минут проведут экстренную инаугурацию Токаева на пост президента. Завтра в 18:00 выходим на шествие, митинги и требуем освобождения всех задержанных. Выборы нелегитимны. Берегам требуют наши сердца.